Знакомьтесь, Гэвин Андерсон, главный научный сотрудник фонда Биткоин. Гэвин Андерсон закончил Принстонский университет по специализации «Компьютерная наука». Новыми технологиями увлекается давно, считает важным создание программного обеспечения и услуг, связанных с биткоинами, так как, по его мнению, деньги и правительство должны быть созданы из народа. На сегодняшний день Гэвин Андерсон является руководителем Bitcoin Foundation, организация, зарегистрированная службой внутренних доходов США в Сиэтле в качестве благотворительного фонда, занимается продвижением криптографических средств. В свободное от работы время Гэвин пишет блоги, помогает фонду служебных собак в Морристауне, штат Нью-Джерси. Любит активный образ жизни, велоспорт. Гэвин Андерсон считает своей главной обязанностью заботиться об окружающих людях.